Здравствуйте, меня зовут Алексей, я перехожу в 8 класс. До обучения Виктории Евгеньевны я сталкивался с проблемой изучения английского языка. Здравствуйте, меня зовут Ксения Постойко, я проходила ускоренный курс по подготовке к ОГЭ по английскому у Виктории Евгеньевны. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Павлюк, я учусь в 8 классе и в этом году я начала ходить к Виктории Евгеньевне. Здравствуйте, меня зовут Загоруйко Светлана, я учусь в 9 классе. Занимаюсь у Виктории Евгеньевны второй год и сейчас начала заниматься по видеоурокам. Я Загоруйко Александр, учусь в 8 классе, 7 гимназии. Хожу к преподавателю Виктории Евгеньевны уже 3 года. Здравствуйте, меня зовут Мишенин Комментий. Я учусь у Виктории Евгеньевны. Здравствуйте, я Елена Подгорная. Моя дочь перешла в 4 класс, то есть в школе изучала английский язык 2 года. Но никаких результатов хороших я не видела. Поэтому мы решили этим летом обратиться к репетитору, так как ребенок не справлялся самостоятельно. Добрый день, меня зовут Ирина, и я мама Маши Ереминой. Девочке 9 лет. И мы с удовольствием ходим к Виктории на занятия английского языка. Сейчас же все изменилось. Я могу свободно говорить на английском языке. Понимаю лексику. На уроках очень много интересного и нового. У Виктории Евгеньевны я могу лучше понять материал. Благодаря видео, которым она снимает, я могу его также повторить, когда я не у нее. То есть мы прошли один материал, а я что-то забыл, посмотрел видео. Курс был очень интенсивным, длился он 1,5 месяца. Было очень много грамматики, лексики, много текстов. Я узнала много всего интересного. Мы разобрали много тем, у меня увеличился словарный запас, и я стала понимать грамматику даже past perfect. Дело в том, что у меня много кружков, и возвращаюсь домой я очень поздно. Поэтому видеоуроки — это очень удобно, быстро и качественно. Потому что в любое для меня удобное свободное время, где угодно я могу открыть видеоурок и подготовиться к своим урокам, получить очередную 5-ку. Также могу закрепить изученный материал. Очень понравилась система Виктории, которая заключается в том, что английский язык – это прежде всего инструмент общения, и на этом основывается ее методика. Я увидела значительный прогресс в знаниях моей дочери. В школе она не проявляла абсолютно никакого интереса к изучению языка, а буквально после первых же занятий у Виктории Евгеньевны она стала посещать занятия с удовольствием. Домашнее задание она делает самостоятельно, то есть мне не приходится ребенка заставлять. Ей нравится изучать язык, ей нравится делать домашнее задание. Она постоянно пытается мне что-то рассказывать на английском языке. Мне эти занятия очень помогают в учебе в школе. Я имею очень хорошие оценки, также смотрю видео в группе. Там эти видео очень удобные и хорошо помогают понять тему. На уроках достаточно весело. Это не лекция. Вот все, что я знаю об Англии, я это узнал тут. У нас отличные оценки по грамматике. Домашнее задание она делает сама. И проверяю, не нахожу ни одной ошибки. Ходит ребенок на занятия Виктории с большим удовольствием. А также эта любовь к языку у нее перенеслась и на школьные занятия. В школе одни только 5-ки, даже 5-ки с плюсом. Иногда спрашивают, да что же можно было сделать на 5-ку с плюсом? Это же высшая мера похвалы. Сейчас я один из лучших учеников в классе по английскому языку. Я рекомендую всем заниматься у Виктории Евгеньевны, потому что помимо материала школьного и общеизвестных английских тем, мы готовимся к ОГЭ. И также рекомендую заниматься по методике видеоматериала. Также в видео мы проходим словообразование и предлоги, что важно для экзаменов, как ОГЭ и ЕГЭ. Я научилась писать письма, сочинения. В общем, я продолжаю ходить к Виктории Евгеньевне и советую вам, не раздумывая, вы получите ответы на все вопросы и индивидуальный подход. Так что крайне рекомендую ходить к этому преподавателю.
Я собираюсь продолжить обучение у Виктории Евгеньевны. Спасибо ей большое. Всем советую. Не думала, что можно подготовиться к ОГЭ так быстро, потому что это достаточно сложный экзамен. И в итоге я получила 5. Мне очень понравилось. Рекомендую всем этого учителя. Несколько месяцев у Виктории Евгеньевны мы подтянули то, что проходили в школе 2, без результата, скажем так. Очень довольна знаниями ребенка, потому что учитель хорошо оценивает ее знания, и очень довольна.